Всем привет! Идем просто по улочкам Феодосии, это вот жилой райончик. Мы на автобусе поедем сейчас? Я попробую. Да, ну сейчас попробуем на автобусе поехать. Трамвайчик. Здесь? Да, там будет трамвайчик. Нет, внизу это железная дорога. Нет, далеко-далеко там. А, далеко-далеко? Ну, в общем, Феодосии. Живем в одном районе, улица Гранаева. Палочку достали в другом. И идем сейчас на набережную. Мы хотим посетить, наконец-таки, этот музей. Это гештальт незакрытый. Я был в этом музее, ну, был около этого музея 2,5 года назад, машина осторожней. И мы не смогли в него попасть, потому что за полчаса до закрытия, короче, они уже никого не пускают. И мы так и не попали. Причем музей денег я посетил, кстати, классная вещь, обязательно советую всем, кто увлекается банкнотами, нумизматикой, сходить в это замечательное место. А мы сейчас хотим выйти мимо школы на остановку и проехаться на феодосийском автобусе. Феодосийский. Еще отличительная черта. Ну, во-первых, здесь очень много тополей. А во-вторых, вся Феодосия сейчас в буквальном смысле утопает в сирени. В Адлере это редкий цветок. Ну, либо у нас его не садят, там сирень 45-го года не считается. Либо из-за климата она плохо растет. А здесь прям вот... Она сейчас всюду. Сиреневая, темно-сиреневая, белая. Очень много сирени. И очень зелено уже. Я, честно говоря, думал, здесь будет похолоднее. Но нет, классно. Хотим на автобусе поехать. На автобусную остановку надо попасть. Прямо за остановку увидел то, что надеялся увидеть в полях. Маки. Цветущие маки. Проезд в автобусе 17 стоит, 17 рублей с 1 апреля, но мы на автобусе специально проехали, потому что очень хотели увидеть, как работает городской транспорт, а вообще перемещались на такси. Вот мы живем в одной стороне города, а основные достопримечательности в другой. Вот такси дороже 100 рублей еще не стоило, то есть выбираете для себя оптимальный вариант. Что важнее, сэкономить 20 рублей, либо поехать с комфортом. Ну вот как-то так. По поводу продуктов особой разницы не заметили. Что сочинские цены, что феодосийские. Фрукты, ну мы в мае месяце, поэтому из всего местного, что здесь может быть, это клубника. Клубника безумно вкусная, ароматная, сочная, сладкая, действительно. Все остальное, ну как бы завозное, как у нас. В июне то же самое будет, но у нас в Сочи добавляется еще там мушмула, черешня. Здесь не знаю, как будет в июне месяце. У нас-то своих ягод уже много будет. Сейчас идем на море. Вот нашему замечательному историческому музею, первому в России, кстати. Раннее утро, суббота. Мы снова на набережной Феодосии. За моей спиной знаменитая бригантина Панно. И очень красивый фонтан. Около него мы сейчас фотографируемся. Конечно, сказочное место на самом деле. Безумно красивое, вон оно море. А вот фонтан. Мне кажется, около него должны сфотографироваться все влюбленные пары. Очень классно. Пробуем кофе с лавандовым сиропом. Мне кажется, сейчас вот в Феодосии самое то. Кофе с лавандовым сиропом под цветущими каштанами. Класс. О, экскурсия. Здравствуйте. Здравствуйте. А в Новый Свет есть? Есть. А как? У нас в Новый Свет есть, да? Сколько ехать?
Нет, у нас не завтра. Ехать туда где-то час с копейками. Час с копейками, час, да? С копейками, а сколько будет стоить? Двое взрослых, двое детей? Ну вот смотрите, там идет по 1000 предоплата, и у нас экскурсия идет в Новом Свете, плюс морская прогулка. По желанию, плюс Катя, это будет. Сейчас я вам дам прайсик наш, вы ознакомитесь, почитайте. Там давайте. Есть мой телефончик, да. И можете посмотреть, присмотреть то, что вам понравилось. И потом это оптимальный вариант. Мы спокойно выберем. Да, поэтому я вам это предлагаю. День Победы в Севастополе? Да. В 4:30 выезд? Да, в 4:30 выезд. Я вам тоже сейчас программу дам этого дня. Башня закрыта на реконструкцию. А мы в 2016 году видели, как вот этот вот угол прям осыпался. Видно было, что камни лежат совсем свежие на бетоне. Упавшие. Да, это надо сохранять. Это память Феодосии. Знаменитый фонтан Айвазовского, одна из главных достопримечательностей Феодосии. Сейчас мы ее обойдем, подойдем к вечному огню. Надо же. Водичка не течет, а должна. Вот он, фонтан Айвазовского. На всех проспектах есть, вот здесь должна бить водичка. Ее сегодня нету, может, потому что готовятся. 9 мая. 9 мая будет бить водичка. Ну, в общем, пока нету водички. Но фонтан действительно красивый, производит впечатление. Да? Татьяна Евгеньевна, ценитель фонтана Айвазовского. Мы здесь уже были. Мы гуляем, вспоминаем. Ну и ждем, когда откроется музей на самом деле. Красиво все зелено. Так, сейчас мы идем к вечному огню. Памятнику феодосийскому десанту подходить, наверное, не будем. Вот что я сделаю. Я выложу фотки, сделанные нами там 2,5 года назад. Ух, как пички заливаются. Добавлю фотки и видео. Как такая отметка. Мы здесь были, я это знаю, я о нем очень много читал. Ну, вообще, как человек увлеченный историей. Так, кинотеатр Грым я уже снял. Каштаны какие огромные, а. Как они классно цветут. Так. Города, награжденные орденом Отечественной войны первой степени. Феодосия. Белгород, Сочи. Сочи, да, наш Сочи тоже награжден. У нас есть стела около главпочтамта в центре города. Наградили нас в 1980 году. Для меня это очень важный год. Так. Вот вечный огонь. И идет репетиция парада к 9 мая. Вообще, время мы выбрали для поездки очень классное. Сезон еще не начался, и сюда приехали только люди, которые хотят увидеть парады, увидеть 9 мая, увидеть салют в Севастополе. Мы тоже хотим увидеть салют в Севастополе. Дети делают там фотосессию. Так. Это что такое за дерево прикольное?
А мы посидим пока. Хорошо так. Тенистое место. Это лучше ходил куртку Алёнина, да? Он ее фоткает. Это здорово. Когда фоткает. Нам нужно зайти в магазин. Зачем? Выключи камеру. Так, здорово. И на самом деле, мы заехали в Феодосию всего на один день. Всего на один. Это такой перевалочный у нас пункт на пути дальше. Молоко питьевое 3,2%. 1 литр. Славянский 42,40. Ну, как Сочи цена. 69,90. Сардина и вати 245 грамм. Натуральная. Доброплод 69,90. Магазин «Красота». «Доброцель». «Красота». Город Феодосия. Симферопольское шоссе 56. Здорово оказаться в Феодосии весной. Репетиция парада к 9 мая в Феодосии. Города готовятся к 9 мая. Репетиции парадов проходят. Вот в Феодосии мы тоже видим один. Класс. Около вокзала железнодорожного. Знаменитого феодосийского. Чуть-чуть осталось, и из Сочи тоже пойдут поезда сюда. Это будет очень классно. Были здесь час назад, пустая площадь. А сейчас все. Так, к нам едет Chevrolet Lanos. Вот такое. Такси, кстати, прикольное. Может быть, и тот, кто вчера нас катал. Сейчас узнаем.